Хотя иногда наука может обнародовать находки, которые с некоторой долей осторожности называют останками очень больших людей. В Казахстане под Актюбинском найдено огромное древнее кладбище. Могильник Кумсай – уникальный археологический памятник. Аналогов ему в Евразии нет. Древние останки датируются 3000-летием до нашей эры. Ученые определили, что это были люди так называемой ямной культуры. Это время перехода от каменного века к бронзовому. Теория гласит, что носители этой культуры пришли с Кавказа. Обряд захоронения свидетельствует именно об этом. То есть скручивали руки, ноги. Либо это делали в мешке, либо привязывали сухожилиями, веревками, для того, чтобы он перед тем, как примет трупное коченение, вот так это зафиксировалось его, это, как в таком положении его кости зафиксировались. Потом его густо посыпали охрой. Вот видите, она цвет такой красноватый, фиолетового цвета вот такой. Тут густо посыпалась охрой. После того возводили над ним насыпь. Вот. В одном кургане захоронено от 5 до 17 членов семьи. Учитывая количество курганов, здесь могло быть предано земле около 1000 человек. Представители ямной культуры были крепкими людьми, ростом порядка 180 сантиметров. Но среди них есть скелеты людей, чей рост был более 2 метров. Видите, он очень, даже если так посмотреть, он очень крупный. Вот если на метровке видно, вот это сколько делений, метр, да? То есть он в сидячем положении очень даже действительно крупный. Вот какие у него берцовые кости крупные, бедренные, берцовые, плечевые. Двухметровые исполины были лидерами древнего общества. Это видно по расположению останков. Тех, кто был выше остальных, хоронили в центре кургана. Голова тоже, да, череп крупный. Вот он сориентирован. В полусидячем положении он, руки у него на обедренных костях, тем самым он как бы имитирует то, что как сидит возле очага. То есть у себя дома, как сидит возле очага, и вокруг него это погребены вот, его родственники, либо слуги, может быть. Это не первая находка двухметровых людей в Казахстане. Несколько лет назад в могильнике Нуркен был обнаружен скелет женщины очень большого роста. Однако, видимо, этот размер укладывается в принятую учеными картину мира. Такие вот эпизодические находки, я не сказал бы, что они могли повлиять на теорию эволюции. Но по какой причине люди не должны ничего знать о древних великанах? Только ли потому, что это неудобно для науки? Или же наследие исполинов таит в себе нечто страшное? В поисках следов гигантов эксперты обращаются к объектам всемирного культурного наследия. Удивительно, но все строения древних цивилизаций сложены из многотонных блоков. Эти мегалиты выточены из твердых пород камня и уложены с немыслимой точностью. Все пирамиды мира, Стоунхендж, идолы острова Пасхи, руины Мезоамерики. До сих пор вопрос, как древние люди могли это сделать, остается открытым. Не так давно на острове Мальта были обнаружены бесчисленные огромные храмовые комплексы, состоящие из взгроможденных друг на друга громадных каменных блоков. Кто их построил, неизвестно. Есть версия, что они были построены великанами. Насколько это правда, я не знаю. Но когда видишь эти огромные строения, думаешь, что их вполне могли бы построить великаны. Им это сделать было бы проще. И вообще, все так называемые мегалиты вполне укладываются в эту теорию. Предположим, авторы легенд о великанах видели, как строились эти древние священные здания. Что могло потрясти их воображение? Видели ли они реальных людей огромного роста или нечто, что приняли за них? Исследователь Наталья Трубиновская проанализировала исторические свидетельства о гигантах и выдвигает невероятную гипотезу.
есть три факта, да, что мифы говорят, что были великаны, что следов от великанов нет, и то, что на самом деле существует сооружение, сделанное великанами. То есть так и получается, что да, великаны были, они были машинами, поэтому следов нет, но они помогали сооружать вот эти огромные там здания. Описание великанов можно списать на неверный перевод древних текстов. Но в русском эпосе также однозначно описываются великаны. Если взять самую главную былину русского народа про Илью Муромца, то его встреча со Святогором, который был выше гор. Собственно говоря, он и описывает встречу с человеком его прошлого времени. Само имя этого великана не случайно. Святогор – это святая гора или возвышенность, на которой жили боги, или гора, на которой постоянно был свет. Ну, представьте, да, что вот попадают там люди с высокими технологиями, вот эти древние времена, и вот у них светится что-то непонятное. Естественно, это свет, это святость. И вот этот Святогор, он был очень громадного роста. Интересный такой момент, что легендарный Илья Муромец помещался ему в карман. Причем, добавлю, с конем. Смерть Святогора описывается в былине загадочно. Он шел, увидел каменную могилу, лег туда, накрылся крышкой, а снять больше не смог. Кто-либо в здравом уме будет проделывать подобное? Наталья Трубиновская считает, что при переводе на технический язык это означает следующее. Машина ушла в ангар, расположенный в горах, на самоконсервацию. По ее мнению, это объясняет, почему не существует достоверных останков гигантов. Это были какие-то машины, которые, или роботы, которые собирали, допустим, камни с полей, корчевали деревья, и все это, ну, стаскивали, допустим, камни к в одно место. Но, опять же, по моей теории, то, что великаны – это машина, они просто не могли остаться, потому что железо и прочие какие-то менее стойкие, чем вот эти вот остатки. Поэтому, естественно, все это заржавело, разрушилось. Древние тексты описывают великанов все-таки в виде людей. Могли ли это быть не просто подъемные краны, а именно роботы? В свете этой версии понятно, почему гиганты обладали такой несокрушимой силой. В Пермском крае сохранилось уникальное свидетельство существования исполинов. Былина гласит, на вершине горы Пол-Ют стояла пограничная застава. Во главе дозорного отряда стоял богатырь-великан Полют. Однажды по реке Вишере в город пришла несметная орда. Несколько дней билась дружина, но вражья сила не убывала. Рассердился богатырь Полют, топнул, что было мочи, по горе ногой. Затряслась земля, повалился лес, река вышла из берегов и утопила захватчиков. От ноги Полюда на вершине горы остался след. Исследователь Антон Уткин решил проверить, есть ли подтверждение описанным событиям. Он отправился на гору Полют искать след гиганта. Чтобы найти этот след, нужно немножко постараться, потому что он как бы находится на таком выступе, что ли. До него нужно спуститься, ну, немножко там, как сказать, страшновато, потому что там постоянно ветер очень сильный. Вот, и чтобы его увидеть, нужно, так сказать, побольше полазать. Похоже, путешественнику невероятно повезло. Погода благоприятствовала поискам, и ему удалось добраться до самого верха невысокой, но труднодоступной горы. И на самой вершине он увидел нечто такое, что не поверил своим глазам. Самый настоящий след великана, оставленный в камне. Этот отпечаток, он, во-первых, он очень на самой высокой точке практически горы получается, еще он как-то так вот выставлен, что ли, то есть за пределы самой горы, то есть на большом каком-то камне таком интересно. То есть вот, смотрел очень здорово и интересно. Антон сделал несколько фотографий этого следа. Если сравнить его размер с ногой обычного человека, то он больше почти в два раза. Вот как у него ставишь в него свою ногу и просто утопаешь. Ну, как бы он глубина не очень большая, то есть, вот, может быть, как-то вот так вот примерно получается. А если сравнить с моей ногой, то
Ну, вот примерно вот настолько он получается больше. Фотографии находки путешественник показывал ученым. Те отмахнулись. По их версии, такую форму породе придали вода и ветер. Но Антон не верит, что это могла создать природа. Очень трудно как-то на какой-то эффект действия воды, какое-то выветривание, но просто... Ну, слишком как-то, но очень четко все-таки это отпечатано. А по поводу геологов и ученых я к ним подходил, спрашивал. Они говорят, что это просто, ну, не искусственное происхождение, а как-то вот за счет...